Берем лист А4, сгибаем его в треугольник, а лишнее отрезаем ножницами. Берем наш квадрат, сгибаем его пополам. Разрезаем, получаем две полоски. Эти полоски снова складываем пополам. Далее, наши полоски нужно согнуть как на видео. И сгибаем как на видео. И то же самое проделываем и со второй деталью. Детали нужно согнуть в центр и разогнуть их обратно. Так будет легче собирать наш сюрикен. Берем одну деталь и кладем выше другой детали. Таким образом, чтобы кармашки детали были наружу. Берем за край детали и заводим его в кармашек. Сюрикен готов.